представители криминального мира, так называемые воры в законе, решили симметрично ответить властям Армении путем внесения изменений в свой кодекс, пишет газета «Грапарак». На днях в Армению прибыло множество воров в законе, которых, по нашим сведениям, встретил известный в криминальном мире Артем Каневской, он же Артур Арутюнян, пишет издание. Направленный на искоренение воровской культуры, источник газеты сообщил, что некоторые пункты внутреннего кодекса уже претерпели изменения. Например, отныне на вопрос «ты вор?» отмечается, что представители мира криминала собираются устроить сбор в цех Кодзоре, обсудить текущие дела и, в частности, пересмотреть некоторые из своих законов, чтобы синхронизировать его с недавно принятым в Армении законопроектом. Не обязательно будет давать утвердительный ответ. Раньше вор в законе обязан был отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал представитель правоохранительных органов. В противном случае он бы испортил себе репутацию. Газета добавляет, что сейчас будет действовать система страховок.